Сегодня Рамазан Абдулатипов встретился с генеральным директором ОАО «Курорты Северного Кавказа» Сергеем Верещагиным. В Дагестан он прибыл с рабочим визитом. Обсудили вопросы формирования туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории республики. В 2011-м было подписано соглашение о сотрудничестве при создании внутренней и внешней инфраструктуры на территории Хунзахского района. В этом же году было принято решение об увеличении площади за счет земель Карабудахенского, Каикенского, Дербенского и Магарамкенского районов. Был также разработан комплекс мероприятий по разработке перспективного плана. Однако его реализация была приостановлена из-за несогласия с проектом жителей некоторых поселений, входящих в границы особой туристской рекреационной зоны. По данным главы Хунзахского района, на сегодня удалось договориться с жителями села Шатада, Ахалчи и Сиух. Есть и ряд других проблем, в частности, многочисленные разночтения в документах, неправильные данные местности. Кроме того, многие участки поставлены на учет с ошибками. У нас много накопилось вопросов, и эти вопросы нужно было сегодня решить. Вот я сегодня услышал и благодарю вас. Большое спасибо за ту поддержку, которую вы оказываете нашему проекту, нашему общему проекту. И вот, честно говоря, не ожидал, что мы можем так конструктивно и оперативно все это решить. Дальше мы планируем достаточно серьезный выезд уже ближе к весне. Мы пройдем полностью, начиная с прибрежного кластера, с южных районов Дагестана, заедем обязательно на Мафлас, посмотрим. Вот. Ну и дальше здесь остановимся возле Махачкалы, будем смотреть при столичные проекты, которые тоже входят в наш кластер. То есть главная цель сегодняшнего визита – это решение ряда технических вопросов,